Ну, Мишка, снимайся, мы его увидим. Повод, что ли? Ага. Так, это вон Ольга Петровна занимается, блин, планшетом, ну, да. Балуется, блин. Не помню, так, а еще, это... а еще кино в Монтихан. Это Леха сидит. Коньяк, кофе пьет. Это он, Леша, херней занимается, фигней занимается, блин. Такая шигня, как и у тебя. Это Белль, слушаем. Она Белль, видимо. Любимая песня моей мамы. Моего отца, знаешь, какая любимая песня? Моего отца, знаешь, какая песня? Ямщик. Не гони лошадей. Ну да. И это самое. И... еще и вот это. Yes! Иди в баню, ё! Слушай, Ольги поцеловали. А, Сонька поцеловала. Ой, о, блин. Где, вот тут играет, да? Да, кто-то на голову. Ольга поет. Лёща. Вот он. Меня вот он. Щёлкни. Вот видео. А, Лёта тебя? Сам. Да. О. Вот, мы еще. Похмельный синдром идет у нас. Кофе. Коньяк для сутулого. Ё-ма. Одно видео на два фотоаппарата. Так, раздвоение личности. Два Саши. Две Оли. Ага. Вот две Ольги Петровны. Пойдут в одноклассники. Ёп. Ага. Раздвоение личности. Два отца, вон, пахана, два. Два пахана. Ви. Мы смотрим кино «Витман». Самый интересный фильм в мире «Витман». Ага. Родственник пьет чай. Или кофе. Ну, кофе, по ходу дела. Кофе. Угу. Только как там эта ведьма будет, ну, как там ведьма будет летать, первая гробница в мире, Симон. Так, иди тут, что выйти. Леша в засаде, ты понятно, правда? Так, а, во, вы там, так, Леша в засаде, отлично. Леша в засаде, черный кот. Так, а Серега-то пока не видим, тоже, походу, в засаде, наверное. Нахрена? Кто там в засаде? А, да, да, это же то же видео, которое он пустил к нам. Вот это видимо. А, это да, этот он, Лёша? А, с котом, да. Это... тут как вот... из, ну-ка, братенок, видео разный. Вон, Саш, смотри. Видишь, он у меня светлее, чем у тебя. Какой-то... у тебя темнее. Вон, видишь, у Лёши майка под ним видно. Ну, какой-то цвет разный у нас с тобой. Ой, да.